Иркутская «Байкал-Энергия» одержала вторую победу над красноярским «Енисеем» в этом сезоне. В первом круге чемпионата России по хоккею с мячом иркутяне одолели соперников в домашнем матче со счетом 6-4, а накануне обыграли их на выезде. Итог 5-2. Совсем скоро в Иркутске бело-синим предстоит провести 5 игр на своем льду. 31 января соперником наших хоккеистов станет СКА «Уральский Трубник».